Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Общий гороскоп на неделю с 22 по 28 марта предрекает благоприятное положение дел и на работе, и в любви. Тем, кому повезло меньше, нужно собрать все силы в кулак, не поддаваться негативу и верить в лучшее. В жизни Овна эта неделя не предвещает каких-то кардинальных перемен. Постарайтесь сосредоточиться на взаимоотношениях с начальством и деловыми партнерами. Не стоит проявлять инициативу без стопроцентной уверенности в перспективности предложенных идей. В амурных делах вообще лучше просто плыть по течению и не пытаться на что-то повлиять. С 22 по 28 марта здоровье тельцов может сильно пошатнуться. Правильнее всего избегать физического перенапряжения и стрессовых ситуаций. Не исключено, что резкая смена обстоятельств или нарушение устоявшегося режима дня могут негативно сказаться на состоянии здоровья. Лучшей поддержкой в это время станет душевное тепло родных и близких людей. Близнецам на этой неделе гарантирован успех на профессиональном поприще. Смело беритесь за реализацию самых грандиозных идей. В этот период любая задача может быть реализована быстро и без проблем. Но несмотря на такой успех, зазнаваться и не обращать внимания на желания близких не стоит. В жизнь представителей знака Рак неделя с 22 по 28 марта вряд ли принесет какие-то перемены. Однако некоторые события заставят вас иначе взглянуть на ситуацию. Это может быть внезапное признание второй половинки или неожиданный поступок ребенка. На выходных стоит все хорошенько обдумать и позаботиться о желаниях близких, а не только о своих собственных. Для львов эта неделя окажется очень удачной. Сфера общения выйдет на первый план. Отношения с друзьями, избранниками или другими родственниками будут складываться просто идеально. Сил и энергии хватит на урегулирование давних проблем на рабочем месте. Одиноких женщин знака Лев ждут многообещающие знакомства. Дев в период с 22 по 28 марта ждут положительные перемены в личной жизни. Это подходящее время для урегулирования давних проблем в семейных отношениях, а некоторые одинокие девушки этого знака могут по уши влюбиться и с головой окунуться в новые отношения. Подопечных знака Весы ждет невероятно интересная и непредсказуемая неделя. В эти дни бессмысленно строить какие-то планы. Будьте готовы к постоянной смене обстоятельств. На этой неделе не исключены многочисленные командировки или поездки. Но главное – оставлять время для отдыха, чтобы сильно не переутомляться. В период с 22 по 28 марта самым активным представителем знака Скорпион гарантирован успех. Важно действовать прямо здесь и сейчас. Не нужно бояться возможных неудач. А еще это подходящий момент для того, чтобы заявить о своих чувствах. Эта неделя не самое благоприятное время для стрельцов. Не стоит рассчитывать на блестящие результаты в трудовой сфере. Лучше не браться за реализацию каких-то важных задач. В общении с приятелями или второй половинкой важно придерживаться нейтралитета. Также это подходящее время для посещения спортзала или салона красоты. Неделя с 22 по 28 марта принесет везение и успех в жизнь козерогов. Подопечным этого знака можно смело браться за любые рискованные проекты, не боясь очередного провала. Это период серьезных перемен в жизни, которые коснутся и любви, и работы. Также вероятны изменения в системе жизненных ценностей. Водолеев ждет напряженная и беспокойная неделя. Не исключены внутренние переживания и сомнения. Это момент, когда приходится выбирать между тем, что надо, и тем, что хочется. Будьте готовы к тому, что придется выбирать между работой и любовью. Но принимая решение, руководствуйтесь подсказками сердца и интуиции. Третья неделя марта окажется невероятно удачливой для рыб. Это подходящее время для активного и упорного труда. Начатые проекты окажутся перспективными и прибыльными. Главное проявить достаточно инициативы и настойчивости. Чтобы все получилось, важно действовать самостоятельно, а не плясать под чужую дудку. Верьте в лучшее,
пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NameDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!